Здорово! Сегодня видео у нас будет тест-драйв вот такого крафтеца на Ягуаях. В общем-то, я примкнул на темную сторону, и теперь я дроновоз. На этом крафтеце у нас стоит два Ягуая, собственно. Гепард, Хамелеон, маленькая бочка, большая бочка, Генка, Максвелл, Джанаби, два колеса поворотных массив и два колеса поворотных броневика. Ну и, собственно, все. Называется на выставке этот крафт PvP Farm. Если он вам понравился, можете скачать. Ну а мы погнали его собирать, а потом тестить. Ягуаев сейчас, конечно, в рандоме развелось просто неимоверное количество. Рандом кишит этими дронами, и, честно говоря, они меня очень сильно бесят. Но сегодня пришло мое время, и теперь я буду бесить других. Я даже вроде как удачно закинул, как раз таки союз сейчас отвлекает на себя. Ягуаи настреливают, и по ним никто не стреляет, то есть прям удачно. Так, хорошо, мы даже кого-то добили, вообще хорошечно. Так, шнековод, как у тебя тут дела? Я смотрю, не очень. Ну, мы сейчас тебе все испортим, еще больше. Наслаждайся, веселись, пацанчик. Когда еще работает перк поначалу Ягуаев, там урон, конечно, вообще офигенный. Еще мы его добили, замечательно. Пока что мы даже выигрываем по союзам. У нас одного завалили, у противника двоих. Да ё-моё. Завалили второго нашего. Сейчас, погодите, погодите. Вот сюда вот. Хобана. Наслаждайтесь. Я вам закинул, веселитесь. Урон идет, все замечательно. Главное, чтобы не сбили. Ой, ой, какие вы грозные. Ой-ой-ой-ой, вот это вообще мне не нравится. Это прям печально, потому что дробовод меня отстрелил один ягуай. Но прочкой они, конечно, не отличаются, поэтому отлетают очень хорошо. Пацаны, у меня хвост, спасайте, пожалуйста. У меня вообще там дробовод, пушкарь, все и сразу. Давай, ягуайщик, стреляй, пока можешь. Ну, не знаю, выиграем, не выиграем. Но один ягуай это уже не так круто, как два. Пацаны, 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 ко мне пильщик едет. Не-не-не-не-не-не, пацаны, вот так вот уходим. Все, вроде вырулил. Да. Но мне это не помогло, все-таки мы, да, проиграли. Да ё-моё, первый бой поражение, но настреливал я вроде неплохо. Начало, мне кажется, хорошее. 971 очко за бой, первое место. Едем дальше. На самом деле, тактика ведения боя на ягуаях крайне проста, но многие ее попросту не знают. Вернее, наполовину знают, если можно так сказать. Все они делают правильно поначалу, то есть они закидывают в толпу, в центр толпы, и в принципе все хорошо, но не задача. Ягуаи быстро сбивают, и все. Там, в принципе, уже идет погоня за самим ягуайщиком. Почему так происходит? Потому что толпа видит ягуаи и сразу же думает их завалить. Но если там есть хоть один союз, который всех налево-направо раскидывает, который там отвлекает на себя все внимание, вот тогда можно закинуть ягуаи, тогда нужно закинуть ягуаи, потому что когда идет бой, когда там месиво, никто вообще не замечает эти ягуаи, и они наносят очень много урона. И они будут наносить урон до того момента, пока ваш союз не кончится. Как только союз кончится, как только его завалят, ягуаи тоже приплывут. Ну а если точнее, долетаются. Вот какая-то такая формула, мне в принципе что-то такое подобное писали в комментариях, ну и как-то я к этому сам тоже пришел. А если у вас какая-то есть своя тактика, то пишите в комментариях. Вот как раз таки вот бой вот этот, это яркий пример, потому что здесь было месиво только что. И я закинул ягуай под шумок. Они всех постреляли, расфигачили, пока союзы были живы. Как только союз закончились, все разъехались и ягуаев сбили. Как-то так. Вот сейчас, конечно, проблема в том, то, что остался один союз, приманка. И больше никого нету, я не знаю, что делать. Вот кавказчик это надо завалить, вот по-любому. Кавказчик, стой. Вот так вот мы тебя сейчас... Вот так вот. Ну что ж ты не перевернулся-то? Стой, 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 стой. Вот, ах ты ж зараза-то, а! Добей, пожалуйста, ягуай. Лучший. Все. Кавказчика завалили. Один там недобитый. Этот у нас минер, насколько я помню. Вот минера, если завалю, то это победа. Союз, ты там что, перевернулся? Вовремя ты, конечно. Все, ты встал, хорошо. У него вроде нет оружия, да? Все, хорошо, нет оружия, все замечательно. Нужно тогда вот этого
завалить как-то, либо базу крутить. Главное, чтобы он меня не затаранил и не отбил Ягуай. У меня два запуска еще. В смысле он его завалил с пулемета? У него что-то осталось, видимо. Офигительно, что могу сказать. Вот, аккуратненько. Вот сейчас ответственный момент. Нет. Все, хорошо. Ягуай, он взрывается. Вот главное убежать. Все, бежим. Замечательно. Это победа. В принципе, 2000 очков за бой я настрелял. 4 килла. Ну-ка. А этот сам взорвется. Молодец. Правильное решение. Победа. И у нас сколько очков за бой всего лишь? 2229. Ну, маловато как-то. Едем дальше. Ну а теперь, основываясь на нашей формуле, попробуем прокидочку сделать. Все. Много приманок, много соперников. Закинули, хорошо. Вот зараза, меня спалил все-таки. Все-таки они не слишком слепые, эти боты. Что-то как-то моя хваленая формула нифига не сработала, честно говоря. Их как-то сбили быстро. Ну, я люблю так делать, нахваливать, все зашибись, все круто. И в итоге, после этих слов, у меня обычно слив. Так, закинули дубль 2. Приманочки, только не отходите. Мне нужно больше приманок, а также много соперников. О, тогда я понимаю, одного завалили. Это был ботяра, но тоже неплохо. Минус один. Все разъехались. Хорошо, сейчас у меня перезарядочка прошла. Ой, криоген, сейчас тебя спасу. К нам, кстати, вот сейчас подписчик подключился. Ну-ка давай, уезжай. Все, ах, не успел. Но я его вроде оттолкнул, если бы еще пару секунд, то мне кажется, криоген бы выехал. У него только генератор там взорвался. Он, по сути, из-за этого взорвался. Ну и ладно, попробуем без него выиграть. Хотя, темпурщик — это достаточно серьезная единица в команде. Ну-ка, пацаны, давайте еще прокинем вот сюда вот. Все, замечательно, паучара, я тебя спасу. Ну, по кабинке как вообще офигенно прилетело. Буквально вот секунд за 5 мы устранили чувака. У нас еще осталось 2 человека на базе. Зараза, такие крутят нашу базу. Ну да ладно. Ага, это все-таки заряженные пацанчики еще. Я думал, это недобитые. Ну ладно. Одного нашего бота завалили. Остался один союз. Ну давайте по нашей формуле, по нашей тактике попробую завалить. Вот приманочка. Главное, чтобы не соскочил, главное, чтобы не уехал. Все, замечательно. И да, формула работает, все зашибись, этого уделали. Осталось только завалить одного хавераста. Но вот это уже будет, конечно, проблематично, потому что союз заканчивается, у него прочки мало, а хавераст на мстителях — это серьезная единица, у него еще и Каталина там стоит, поэтому у него сейчас, наверное, буст урона идет. Ой, как много информации я сейчас выдал-то, а? Сейчас, пацаны, надо как-то, мне кажется, на базу пробираться. Союза я оставлю, как бы это не прискорбно звучало, но тут, мне кажется, другого пути нет, потому что он его и так завалит, по базе мы проигрываем, и тут остается только один вариант. Сидеть и выжидать на базе. Как только он приезжает, я закидываю Ягуай и при этом захватываю базу. Сейчас мы заныкаемся вот сюда вот. Все, замечательно. Давай, подъезжай. Чтоб у тебя там патроны закончились, вот реально. Иди давай отсюда. Он неудачно заходит, вообще неудачно. Я Гуай закинул, но, видимо, я это сделал зря, потому что он сейчас тупо уедет. Да. Ой, блин, один залп остался. Вот это очень плохо. Брателло, может, я тебя тараном как-нибудь там заберу. Хойер какой-нибудь отобью, и ты просто ко мне не поедешь. А че он убегает, что-то не понимаю. Брателло! Че с тобой? Я тебя сломал, что ли? У него патроны, походу, закончились, он по мне не стреляет. Красавчик вообще, вот это будет тогда проще. Сейчас только надо с ягуаями не... Тут есть такое плохое слово, но я его не буду говорить. Главное тут не накосячить, я скажу вот так. Блин, братан, ну ты, конечно, красава. Вот зараза-то, вот блин, а. Иди давай отсюда. Я сейчас сделаю, наверное, хитро. Один ягуай сюда. А второй ягуай, наверное, в другое место. Давай, вот сюда. Он, наверное, тоже думал, что у меня залпов больше не осталось. Иди давай. Все, не подпускаем. Захват идет, все замечательно. Нет, ну пожалуйста, ну не надо, братан, ну не надо. Дай захватить, пожалуйста, базу, ну елы-палы. Блин, ну это печально. У меня больше нету залпов, ягуай закончились, по сути, а у него еще дофига хп. Все, ягуай закончились. Надо как-то его вытолкать, возможно, хойер подбить передний. А у него там два их. Или один остался, я что-то не могу понять. Братан, у тебя сколько хойеров еще? Один у него остался. Только один хойер подбить, он под углом будет. И я его выпну отсюда. Давай. Ай, блин, заносит. Давай, у меня колеса-то заднего тоже нету. Мы оба инвалиды, не можем друг друга завалить. Но, давай. Хойер, отлети, пожалуйста. Защиту хойера сломал. Давай, пожалуйста, братанчик. Помри. Блин, у меня таких давно боев не было. Вот реально.
Такого у меня, наверное, даже никогда не было. Ну, время, конечно, вообще поджимает. 15 секунд осталось. Ну, здесь, наверное, без вариантов. О-о-о, вот это мне уже больше нравится. Так, братан, давай проваливай быстрее, пожалуйста, свали из зоны. Ну, пожалуйста. Нет, я не смогу его выпнуть. Просто времени не хватит. Так, братан. Ну, это все, это до свидания. Я его уже не смогу завалить. Вот это, конечно, было очень интересно. Я его как-то завалил в итоге. 2058 очков за бой. О, я в шоке, конечно, как это я сделал, но получилось, пацаны, реально. Да, это да, это просто да. Едем дальше. Я вообще не знаю, как это получилось, потому что я уже все, я смирился, я уже понял, что будет поражение, я уже хотел все говорить, мы проиграли, к сожалению, но потом каким-то образом я в последние секунды взорвал чувака, я не знаю, что у него так взорвалось на такой дистанции, но, блин, я его взорвал, я не знаю, как это получилось, честно. Я первые 2 секунды сидел в шоке просто, потом я понял, что я все-таки выиграл. Да, пацаны, это еще раз доказывает то, что никогда не стоит сдаваться. Всегда боритесь до последнего. Вот это я, конечно, сейчас удачно прокинул. Прям офигенно. Сразу двоим там прилетает. Брателла, вот так вот сделаем. Все, давай, наслаждайся. Я поехал. Вот так вот вписываемся в поворот. Давай. Вытягивай тачка вообще. Машина тяговитая, на самом-то деле. Прям вывозит вот эти вот повороты. Ой-ой-ой-ой-ой, ягуай, спасайте, пожалуйста. Ну нет, пожалуйста. Ягуайчики. Все, хорошо, отдефали. Дробовод, повезло то, что меня не поехал добивать, потому что я бы на его месте, меня бы завалил. Так, здравствуйте, у вас вроде ничего нету, поэтому пофигу. Уходим в дрифт вот так вот красиво, все замечательно, вывернул. Тачка мне прям вообще понравилась, вот честно. Я как только ее увидел, сразу понял, что она для меня создана. Прям респект автору, тачка реально топовая, если она вам нравится, скачивайте обязательно. Вот это было не очень прикольно. Не ягуай, а стрелили, ну ёлы-палы, опять этот ягуайщик, и в итоге... Ягуайщик, ой, извините, дробовод. Ну, я приехал. Хотя он последний, я даже выжил, ну все, замечательная победа. Ягуайщик, да, вот это меня уже понесло. У нас МВП и дофига нашивок. Едем дальше. У нас уже идет по счету 5-й бой, и это далеко не конец обзора, но мне кажется, и так уже всем понятно, почему Ягуай катается в таких больших масштабах. В основе этого оружия лежит, конечно же, очень серьезное и очень крутое сочетание. Бюджетность и эффективность. Не очень много оружия есть, у которых это сочетание соблюдается. Первый пункт, самый главный, это оружие очень просто в использовании. На нем вообще не нужно париться, закидываешь, нужно просто пару боев проехать, понять, как это вообще работает. Все, ты научился, ты профи на ягуаях. Второй пункт. Это оружие бюджетное, максимально бюджетное, его позволить может в принципе каждый. И третье. Это оружие наносит очень много урона. Если бы у этого оружия еще было очень много хп, это была бы имба. Но мы пока что только имеем вот такую вот... Очень многоуронистую фигню. Если ему добавят прочки, но это будет очень круто. Это будет реально имбой, но такого, конечно же, не будет. И мне вообще кажется, что ягуаи, наоборот, нужно нерфить. Их точно не будут апать. А вот нерфить возможно. Мне вот единственное не нравится в этом бою, который у нас сейчас происходит, то, что все катаются поодиночке. И один уехал, ягуаи просто стоят пялятся на меня, поэтому это нерентабельно. Лучше закидывать, конечно, в толпу, но в данном случае толпы нету, поэтому закидываем на одного человека. Все, этого тоже добили. У нас осталось 4 союза, включая меня, и 2 противника. Вот я не знаю, на чем они катаются. Вот этот у нас на чем-то там катает. Ой-ой-ой, я ягуаев там увидел. Вот это, конечно, было неприятно. Мне один ягуай отстрелили. Вот этого давайте добиваем. Все, замечательно. 1 против 4. Ой, я опять к ним еду. Что-то меня прям манит туда. А, ну этого мы добьем. Ягуайщика. Давай, ягуаец. Ягуаец. Собрат по разуму. Сейчас я перезаряжусь и тебя грохну. Ладно, делаем проще вот так вот. Я люблю взрываться уже теперь. Я уже профи в этом деле. С позапрошлого боя. У нас победа. И сколько очков за бой? 1451 очко за бой. Второе место. Едем дальше. Нам опять попалась эта карта, ну и в принципе ладно, скатаемся еще раз на ней. Бочара наш едет, значит я закидываю в центр сейчас, там вроде тоже бот ехал. Во-во-во, все пошло. Только вот он уехал слишком далеко. Ну ладно, первый залп комом, ничего страшного, я его в принципе на авось сейчас стрельнул. Пусть чуть-чуть, но нанесет урона. Вот второй залп я попробую прям удачно закинуть. Нужна толпа, здесь один человек, у него нерентабельно. О! Вот эта толпа, я понимаю. Пацаны, держите. Вот это сейчас джекпот прям будет. Чекайте. Сейчас будет мега урон. Все, поехали. Поехали.
Я, в принципе, вообще ничего не делаю, просто катаюсь, а урон фармится. Вот, опять же, наша формула работает. Приманка, соперник. Все, урон идет, ягуай наши никто не сбивает. Ах ты ж, зараза! Ты за домики тут спрятался. Сейчас я тебе еще подкину. Погоди, у нас тут в центре кто-то крутит. Сейчас я базу отдефаю немножечко. Давайте вот этого завалим. Замечательно. И остался один Дэйв. Дэйв, ты где? Ага, ну я даже не успею, наверное, его добить. Хотя... Он тут даже боеспособный, у него триггеры. Давай, давай, помогаю. Давай, давай, пили, 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 пили. Давай, давай. Хорошо. Ну, может закину. Давай, на себе. Ягуай, добивайте. Нет, не получилось добить, хотел я, но... Союз все-таки забрал этот килл. У нас победа. 1274 очка за бой. МВП. Едем дальше. Нам попалась карта ТЭЦ. Она очень удачная под наш крафтец, потому что здесь узкие пространства, постоянно происходит месиво. И в этой суматохе никто не заметит наши ягуаи, если их правильно прокинуть. Замечательное начало. Я уже себе сделал ягуаи искрящимися. Печально, печально. Вот криоген едет, приманочка. Будем тебя как приманку использовать. А куда он делся? Криоген! Был пацан и не стало пацана. Куда он реально делся? У меня, правда, ягуа еще отбили. Блин, вот реально только что ник был. Он уже на второй круг как-то доехал до меня. Как он так сделал вообще? Он как-то между ними проехал и поехал на второй круг. Сейчас меня опять догоняет. Криоген, ну ты, конечно, гонщик. Тут ничего не скажешь. Нет, нет, блин. Колесо потерял, движок потерял. Но главное, ягуай остался. Давай, давай, работай, ягуайчик, я верю в себя. Давай, давай, давай. Молодец, добил даже кого-то. Не, ну криоген меня сейчас, конечно, удивил, как он быстро так пролетел, я его даже не увидел. Но здесь будет победа, не благодаря мне, а благодаря нашим союзам, которые всех завалили. Ягуай, давай, тащи. Больше у меня нету залпов, потому что отстрелили мою установку, а вот дрон пока что летает. Давай, криоген, фигачь его, стимпур. Я еще тут своим ягуаем повоюю. Давай, 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 ягуайчик, все, замечательно, этого завалили, ягуай отлетел прям тютелька в тютельку. Как только чувак взорвался, ягуай тоже отлетел. Тайминги. И у нас остался последний чувак. Я вот думаю, его попробовать завалить или нет. Но мне кажется, я его уже просто не догоню. Да, не догоню, надо базу захватывать. Я, наверное, даже до базы не успею доехать, потому что его очень быстро завалят. Так, давайте до базу. Да, я не успел. Ну, тут чисто бой зависел от союзов. Я ничего не успел сделать, сразу бой у меня не задался. Я всего лишь 561 очко за бой получил, 4 место. Едем дальше. Замечательно, меня уже кто-то закинул ракеты, но благо они в меня не попали, это хорошо. Последний бой. Ну, давайте сейчас его закончим и подведем итоги по данному крафтицу, по данному оружию. Хотя по оружию я, в принципе, все сказал. Да и по крафту тоже. Так, пока ты тут уж классно так встал. Блин, ну надо было в другое место кидать. Я уже просто повелся на то, что он встал вот так вот. Затупил. Я думал, сейчас ему по кабинке прям прилетит. Но он поехал назад, и ягуая просто не смогли его обстрелять. Ну, тут я уже накосячил. Вот сейчас можно закинуть. Вот сюда вот. Пока он никуда не уезжает. Сейчас как раз-таки вот сюда противники подъехали. Давайте закидываем. Ах ты ж, зараза! Вот ведь, блин, закинул. Сразу сбил. Вот так вот тоже бывает. Он за мной, зараза, привязался теперь. Нужно как-то от него отвязаться. Привет, Хайраст. Во, это что такое? Это что-то летает. Это как раз-таки, наверное, ракетчик, который меня ракеты направлял. Ой! Что-то бой вообще какой-то тоже неудачный. Последние два боя что-то как-то не идут. Давайте закидываем. Сейчас по формуле нашей супер-мега-союз соперник. Давайте, поехали. Вот этого сейчас добьем быстренько. Все, минус. Как эту вообще леталку завалить? Что это такое? Брателло, ты что собрал? Вот этого перевернули. Ах ты ж. Добил меня этот ягуай многострадальный. Так, не надо по мне стрелять только. Чуть-чуть меня коснул все-таки. Сейчас я закину, закину, закину. На себе. Все. Наслаждайтесь. Я поехал, веселитесь. У вас тут вечеринка. Этого добили. И давайте теперь предпоследнего добиваем. Он взрывается. Где-то еще один катает. Еще один пацанчик. Ты где? А, вот все, победа. Ну, тоже бой. Я тут, по сути, ничего не сделал. Победа. 1659 очков за бой. Второе место. Погнали в гараж. Ну вот такой вот у нас сегодня был тест-драйв. Пишите в комментарии, как вам крафтец, как вам ягуай. А, в общем-то, крафтецу вообще ноль вопросов. Мне здесь понравилось абсолютно все. Здесь есть и хорошая прочка, и скорость. А самое главное, здесь, конечно же, стоят бочки. Мы можем фармить бензик, поэтому
абсолютно все, что мне нужно здесь есть. Также относительно маленький ОМ, 6700. Можно собрать поменьше, конечно, но там будет тормозной крафтец. Я не хотел такой брать, я люблю все-таки скорость, динамику, и поэтому взял именно такой. В общем-то, пишите в комментарии, как вам этот крафт. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока! Back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.